Водители массово выезжают на встречку на улице Каратанова. В ночь с пятницы на субботу там изменилась схема движения. По Каратанова на участке от Карла Маркса до Мира водители могут проехать только в сторону Ленина. Но автолюбители до сих пор не разобрались и нарушают правила, проезжая под кирпич. В ГИБДД рассказали, что первые дни водители наказывать не будут. Напомню, штраф за выезд на встречную полосу – 5000 рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев. Автовладельцев просят быть внимательным к дорожно-знаковой информации и учитывать ее, выбирая маршруты движения. Наша задача помочь водителям сориентироваться в этой ситуации. На данном участке экипаж стационарно стоять не будет, но данный участок входит в маршрут патрулирования экипажа. И он будет там находиться, проезжая свой маршрут.